Итак, мы видим, что этот респондент смотрит ТВ вот полчаса до часа. Он достаточно удовлетворен положением дел в экономике. Он очень с энтузиазмом относится к тому, что он делает. Он видит смысл в своей жизни, в направлении своей жизни. С ним живут два человека, у него нет подчиненных. Он крайне удовлетворен своей работой, то есть мы правильно предсказали значение. И он абсолютно удовлетворен балансом работы и остальных дел своей жизни. У него восьмой децильный доход, то есть он достаточно обеспечен. В целом мы видим, что удовлетворенность работой, предсказанная удовлетворенность работы, вот и вот, на высоких уровнях совпадают. Видите, здесь все высокие уровни, здесь тоже высокие уровни предсказаны. Вот первое отклонение, здесь предсказано 9, на самом деле 6. Это первое существенное отклонение. Если отсортировать в обратном порядке, сначала пойдут миссинги для тех респондентов, у кого были в предикторах миссинги, то мы видим, что предсказание низких уровней удовлетворенности уже гораздо менее точное. Допустим, у человека здесь 8, предсказано 4. 2 предсказано 5. 9 предсказано 6. Собственно говоря, получается, что как раз с низкого конца, с конца левого, где у нас низкая удовлетворенность, ну вот, допустим, яркий показатель, эта двойка правильно предсказана, а эти двойки, ну, сильно неправильно предсказаны. Так вот, с конца, где низкая удовлетворенность, поскольку он сильно отличается от нормального распределения, мы смотрели это в начале видео, приводит к плохому предсказанию. Поэтому R квадрат, прежде всего, говорит о том, что предсказываются плохо низкие значения удовлетворенности. Мы можем выразить численное отклонение наших эмпирических частот, от наших эмпирических частот того, что мы спрогнозировали. Для этого мы можем запустить и посчитать остатки. Самые лучшие — это сигнализованные, удаленные. Считаем. Вот как раз большие величины остатков, с минусом, правда, но это не важно, главное, что большие по модулю, они соответствуют в основном низким, ниже среднего, по крайней мере, значениям удовлетворенности работой. Итак, мы построили линейную регрессию только на интервальных и псевдоинтервальных предикторах, получили общее качество модели, близкое к приемлемому, хотя и ниже приемлемого все равно. Получили